Игра как игра, соперник забил на 3 гола больше, победил, мы проиграли, не сумели использовать свои моменты, ни большинство, ничего, все закономерно. С чем связан был ваш, скажем так, второй период неудачный, где вы пропустили 2 шайбы? Да сложно сказать, с чем. Где-то пропустили в меньшинстве. Соперник сегодня сильнее был, все. Какие цели вообще ставит команда на следующей игре? Какие цели? Никто не хочет проигрывать, правильно? Мы все профессиональные спортсмены, люди. Так что выходим каждую игру биться и выигрываем, все. Можно ли сказать, что прошлые неудачи немножко отложили оттенки на этой игре? Это не везло сегодня. Моментов-то очень было. Я думаю, что можно. Можно и так сказать, да и, что правду говорить, не столько мастерства у нас, наверное, чтобы выигрывать у таких команд. Юрий, вы играли в Уфе, какие у вас впечатления от возвращения в город, как арена, как болельщики? Да, все нравится в моей жизни, там хороший отпечаток оставил 2 года, которые я здесь был. Все, и здесь опять замечательная команда, хорошая атмосфера. Поздравляю город, болельщиков всех. Спасибо большое. Спасибо.